Сегодня председатель комитета госбезопасности выступил с заявлением о возможных провокациях, которые готовятся в нашей стране. Иван Тертель отметил, что трюк обессилевших оппозиционеров не удастся. Силовики уже давно отслеживают ситуацию и предпринимают соответствующие меры. В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, к студенчеству с целью инспирации протестного движения. Согласно замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях провокации силовые структуры Республики Беларусь. В складывающейся ситуации комитетом совместно с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности. В данной ситуации обращаем внимание граждан и просим быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность.